Инесса Шароп. Железо 10,4 при норме нижней границы 11,6, гемоглобин 138, МЦВ 78 при нижней границе 80. Подросток 14 лет. Ну, я бы здесь наблюдала, потому что подросток растет, организм растущий, гемоглобин хороший, отличный гемоглобин. А железо тут чуть ниже нижней границы. Опять же, как питается, дать побольше мяса человеку растущему. То есть здесь, на мой взгляд, препараты железа не нужны. Ну, тут вопрос спорный. Я бы как минимум ферритин бы сделал, бы посмотрел. Сывороточное железо хорошо, но ферритин все-таки стоит сделать. Трансферин посмотреть. Значит, у детей, действительно, нынешних детей, есть проблема питания. Они не едят мясо. Они брезгуют курицей, они, значит, рыба от них, у них пахнет нехорошо, мясо невкусное, и, в общем, одними сникерсами питаются. Результат на лице, да, они растут, они вытягиваются, они потребляют большое количество железа для своего роста, а железа не хватает. Поэтому, конечно, нужно с диетой здесь разбираться. Но я бы однозначно не сказал, что я бы не дал препараты железа. Я бы посмотрел все-таки запасы, если они снижены, то я бы препараты железа в профилактических дозах дал. Причем в 14 лет, я думаю, что те же 100 миллиграмм железа, то есть это таблетка в сутки сорбифер-дорулеса, я бы вполне предложил попринимать.